He don't come back no more, no more, no more, no more. He the road jack, don't come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you said so, I have to pack my sins and go. That's right, he the road jack, he don't come back no more, no more, no more. If you said so, I have to pack my sins and go. I guess if you said so, I have to pack my sins and go. Hit the road, Jack, you don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Thank you.
что такое дружба? Дружба – это когда человеку приятно. Дружба – это когда один человек встречается с другим человеком, и они друг другу нравятся. Дружба? Потому что друг делится игрушками и конфетками. Что такое дружба? Дружба – это когда плохие идеи приходят в две головы одновременно. Дослик нема? Бу, орта болиш, маза ойнаш кылыш. Это мы с Аминой. Ага, почему важно иметь друзей? Потому что не будет друзей, ты не сможешь ни с кем начать новое общение. Это мои друзья. Если у тебя не будет друзей, значит, у тебя ничего не будет. Потому что с ними весело. За что ты ценишь своих друзей? Потому что они веселые. Делюсь. Когда мне скучно, они приходят мне в гости. Нима учун дустларин хурмат кылсан? Чунки хурмат. За что ты ценишь своих друзей? За то, что они нас ценят и помогают в беде. За то, что они меня ценят. За что ты ценишь своих друзей? За то, что они добрые, всегда мне помогают. Привет всем, с вами Самира Назарова. Недавно родители придумали новое наказание. За плохие оценки они отключают мне дома Wi-Fi. Мам, пап, у меня уже давно интернет-пакет на телефоне. Это вам надо аккуратнее быть, а то дочка ваша быстро пароль поменяет на Wi-Fi. Вообще мне нравится учиться и нравится школа. Особенно дни родительских собраний. Потому что я-то всегда себя хорошо веду. Но смотреть, как двоечники приходят в опрятном виде, отвечают на все вопросы, поднимают руки – это блаженство. Вообще, по-моему, чтобы все хорошо учились, нужно, чтобы каждый день было родительское собрание. Я девочка, но я всегда любила играть и машинками, и куклами, и солдатиками. А на школе есть мальчик, который играет в куклы. И это странно, учитывая то, что он трудовик. Хотя, может, ему просто одиноко. Недавно учила бабушку пользоваться интернетом. Более-менее она освоила быстро. До этого интернет она ругала, пока не показала ей одноклассники. Теперь мне приходится ругать интернет, чтобы бабушка уделила мне внимание. Что ж, на сегодня все. Цените своих родителей, учитесь у них, и они, в свою очередь, научатся чему-то у вас. С вами была Самира Назарова. Men bugun katta bola bo'ldim. Men xolasamchi ham, anaqalardan o'yin tashiman, anaqalardan o'ynayman deyman. Xolasam anjonchalarda o'ynayveraman, anjonchalarda o'ynayman. Agar xolasamchi shippakat ochaman mana. Ayyo, yana ozgina katta bo'lishim kerak ekan. To'g'ri. Men hozir sizlarga olmay ishga ketaman mana qaray. Ana, ko'rdinglarmi? Shirin ekan. Karvon, yana kelar o'sha karvon. Karvon, yana kelar o'sha karvon. Karvon, qolgan so'zi nima edi? Esimda ham yo'q. Karvon, yana kelar o'sha karvon. Ma sanga. Nigora, meni yaxshi ko'rgan qizim, tushundingmi? Boshqa umuman gapirmang unga. Ma sanga. Aya! Qarang, yuryapti. Ne uxlash kerak emas bugun? Futbol. Futbol. Barsa. Messi, Real, Juventus, bugun futbol. Uxlash kerak emas, bolalar, turinglar. Uxlash kerak emas. Voy, bo'yanmaganman-u. Bu boshqa gap-ku. Qara, qo'y, hozir o'rtog'im keladi-da. Orqani shunda ochgan paytimsan bu deb chiqasan, tushundingmi? Mashina ichiga tushib olgan. Voy, mashina ichiga tushib olaman. Mayli, da, tajun mayli qilaman mana. Opa. Qara, yopaqa.
keyin qaytib o'tib chiqaman bo'ldi yop 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 mana biz. Сколько у человека должно быть друзей? Две. Вот. Столько, сколько он захочет. Столько, чем поместится дома. Много друзей не бывает. Чем больше, тем веселее. Где-то человек 10-20. Сколько у человека должно быть друзей? Один. А что делать, если ты обидел друга? Нужно пойти и извиниться перед ним, что ты не виноват. Do'stingni xafa qilib qo'ysang, nima qilishing kerak? Kechirish kerak, nima berish kerak. А что делать, если ты обидел друга? Надо. Нужно с ним помириться. Извиняться. Надо просто извиниться. Это я его жалею. На него кричать и найти нового. Почему говорят, что старый друг лучше новых двух? Потому что новый друг может быть тебе грубияном. Старый друг, ты его хорошо знаешь, ты прошел с ним огонь и воду. А двух новых ты не знаешь, и они тебя не знают. Это я его обидел. Нима учун эски дост, янги икита доста яхши. Чунки янги дослан блимися не чиёш, отынан блимися эски досты блеси. Почему говорят, что старый друг лучше новых двух? Старый конь борозду не портит. Че я говорю, они не делают. Потому что он помнит его в детство. Потому что старого друга они знали, а новых друзей не знают. Всем привет! С вами Изет, Девлет и Фарис. Иногда творчество бывает изрядно надоедливым. Итак, представьте, в издательстве детских книг. Добрый вечер! У вас выпускают книги для детей? Да, мы детское издательство. Отлично! Тогда мы к вам! Но мы дети-поэты, и вы обязаны выпустить наши стихи. Ну, зачитайте что-нибудь. Стихотворение про одноклассника. Пусть тебя вообще не любит в классе нашем весь народ. Для меня он другом будет, мне ведь он списать дает. Ну как вам? Полная ерунда, мы такое печатать не будем. Чему вы вообще детей учите? Хорошо, есть другой стих про бегемота. Бегемот, у него большой есть рот. А еще большое пузо, настоящий он проглот. Ну вот, неплохо. Это еще не все. Так целый год разил весь класс меня. Хотя у бабушки провел всего 3 дня. Ну и что хорошего в ваших стихах? Я такое печатать не буду. Ну вы сами не печатайте. Вы же директор, работникам скажите. Очень смешно. Стихи-то у вас есть веселые? Конечно, есть. Про будку с фастфудом возле школы. Таракан, тараканище. Вместо мяса кладут в мой донарище. Что за детский сад? Кстати, есть про детский сад. У всей группы разом вдруг зубы выпали вокруг. И гадают все родные, что же происходит тут? Может, зубы сговорились, вместе хором отлепились. Может, кто их напугал или взял и вырвал сам. Оказалось, все попроще. Ну, а если говорить короче, кашу ели все с утра. И в комочках, вот беда. Понаставляли зубы местная все детвора. Так, идите отсюда и без нормальных стихов не возвращайтесь. Пошли. С вами были Изет, Давлет и Фарис. Мы рады вашим улыбкам. А что нельзя простить другу? Дай мне конфету. Прости другу. Ну, когда ты на него кричишь, то точно не прости. Ну, потому что он обидел меня. Все, можно простить другу, потому что этот друг – это твой друг. А что нельзя простить другу?
Нельзя простить другу, что он рассказал все твои секреты. Вранье. Предательство, если он тебя променял на какую-то девочку. Какими качествами должен обладать друг? Благородством, добростью, преданностью. Друг должен быть добрый. И он всегда должен быть качественным. Добрый, смешной, еще умный и красивый. Он должен быть хорошим, близким, умным. Кайсы машхур инсонлар билан дост бўлгин келади? Ану. Футболистлар борди. Улар биттаси оти Месси де, катта бўлганда у билан ўрта бўлмоқчиман де. Бошқаси ҳам оти биламан де, Роналду, у ҳам футболист, ўша билан катта бўлганда ўрта бўлмоқчиман. С кем из знаменитостей ты бы хотела дружить? С Крикоровым. Слободой. С Григорием Лепсом. С кем из знаменитостей ты бы хотел дружить? С Тором. С Сергеем Лазаревым. С Майк Тайсоном. То, что с ним безопасно ходить по ночам. Почему настоящая дружба никогда не кончается? Потому что она крепкая. Потому что она настойная. Нима учун хақиқий дўстлик ҳеч қачон узилмайди? Бузилса, иш қачон ўрта бўлмасди, ўйнаш мумкин эмас бўлади. Почему настоящая дружба никогда не кончается? Это я к бабуле Казизю хожу. Потому что друзья, они, если они стали друзьями, значит и будут навсегда друзьями. Потому что люди продолжают друг с другом дружить. Почему настоящая дружба никогда не кончается? Потому что она настоящая. Холода, 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 холода. Помада, 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 помада. Эшигин, оча хохон гелзан. Оча колги самолеты олик китесан. Тудам, ялган маринден сан. Хофа худын куман. Айдам ахлай чачек китун. Сама самолетта, йоки вертолетта. Пара пароходта, хабар. Йеты болам эсэм шахрыя. Сама самолетта, йоки вертолетта. Тут. Одели очки, которые плавают под водой, чтобы не щипели. Ну-ка, Ясмина, ага, молодец.
Радужные цвета.